Это наш старший кот Калли. Он себе на уме. Делает, что хочет, и живет, как хочет. Но он ведь не один такой. Таковы все кошки. По крайней мере, наши. Вот, например, Филя. Он пил кефир, валерьянку, воду из-под крана, лазил по мусорным бакам, жил на телевизоре и служил рождественским ангелом. Шурина Бася обожает ванну и даже купает в ней детей. При этом она страшная сердцеедка, и еще она умеет сидеть, как мы с вами, и долго смотреть в окно. А наш младшенький Сема вообще шедевр. Он принимает несусветные позы, добывает воду из унитаза, спит на жердочке и время от времени работает экспонатом выставки. Но особо мы вспомним сегодня Деминого Тимофея. Тот вообще читал книги, разбирался в самой сложной технике, питал страсть к плюшевой медведице, поедал йогурт и оливки. Вот последнее, видимо, он и передал по космическим проводам нашему Калли. Там сухо, что ты там хочешь? Свалить на пол. Ну дай ему оливку, раз он хочет. Кальчик. Да. Любишь оливку? Ну-ка. Смотри, пошел. Что, ешь, что ли? Похоже, что ест. Добыл. Смотри, добыл себе оливку. Может, тебе водки налить, Каль? Грызет. Это вот результат поедания оливки. Вот во что он ее превратил. Всю изгрыз, покоцал зубами. И сидит. Каль. Каль. Калли, посмотри мне в глаза. Каль. Кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Стыдно. Вот, молодец. Хорошо, хорошо оливочку скушал. Очень хорошо. Молодец. Хороший мальчик. Намусорил, теперь бери веник и подметай. Давай, давай, смотри, какую грязь развел. Фу. Фу, какую грязь развел. Да, Сём? Да, Сёмочка? Как ты относишься к такому поведению своего брата? А он таки продолжает ее грызть. Что-то там с ней делать. Жует.